Я, наверное, на следующей неделе уеду. Хорошо? Ответь. Ага. Ну, всех взрослых мужчин, а у режиссеров в первую очередь, когда им, ну, нужно побыть какое-то время одному или просто пошататься где-нибудь по стране, это все называется выбор натуры. А у нас классный журнал приказал долго жить. Начинается новый день, и машины туда-сюда. Я не люблю, когда мне в руль оп-оп. Но от правды я тоже устал. Опа. Плюс 4, плюс 4. Там много или мало? Плюс 4. 12 октября, утро. В 15 километрах от Житомира. Можете побриться, кстати. А чё нет? А чё нет? Сегодня, ровно в 4 утра, без объявления войны, началась осень. Столица Великого Княжества Литовского. Город Новогрудок. Замок был построен в 13 веке. Польский король Ягайло, которому было 73, когда-то женился здесь на Софье Гольшанской, которой было 16. И тем не менее она родила ему наследника первого из династии Ягеллонов. Когда-то в замке было 7 башен, а с высоты холма окрестности осматривались на 25 километров. Замок многие ломали, не доломали, а окончательно разрушили шведы в Северную войну. Нынешние обитатели замка. А я здесь ночевал. Мы с тобой играем в шуршунчика. Угу. Да ладно. Покажи еще раз. Пойдем. Давай поиграем в шуршунчиков. Чё это тоска в саду? Не надо меня снять. Надо все. Я не хочу. Слава, не хочу. Для меня. Для меня. Вот в этот садик мы с тобой ходили. Сейчас пойдем глянем на группу. Мне кажется, мы были в том крыле, которое сзади, да? Занимайся ерундой. Все. А где вот, где была наша песочница? Где? Ну, где был тот песок, в котором мы копались? Мы копались? Да, я копался, а ты смотрела. Ты смотрела. Там нужно? Закрывайте дверь. Хорошо, закрываем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Слава. Я ходил в этот садик вот, с Леной 30 лет назад. Слушай, так народ пугает. В 81-м году мы ушли в школу отсюда. 6 слоев обоев. То есть вы из-под обоев ее достали? Да. Мы стали снимать обои, чтобы просто покрасить стены.
окно. Ага. И когда сняли все обои, вот здесь изначально, так что вы будете здесь и картина. Я не помню ничего. Я вообще помню. А какого года садик? 72-го. Ага. А я 74-го. Поэтому вы все равно были, и картина была. Потому что картина была большая, а вы маленькая. Наверное. Привет, детвора. Мы ходили в этот садик, когда были в вашем возрасте. Вот наши ящички. У нас были такие же игрушечки. Вот, а по этой лестнике мы приходили. Я однажды пришел в 7 утра, самый первый. А садик открывался в 8. И здесь сидел вот один, такой смотрел в окно и думал, когда же придет Леночка. Скажи, Ленка, как ты ко мне относилась в детском садике? Я не помню. Ты отстань. Жизнь довольна? Когда как? Как думаешь, у нас бы получилось что-нибудь в нашей совместной жизни, если бы все это было, ну, чуть раньше? Не знаю, что тебе ответить. То, что ты хочешь услышать? То, что ты хочешь. Что? Хватит снимать всякую ерунду. Поехали на море осенью. Летом всякие дураки ездят, а мы поедем осенью. В качестве кого? В качестве? В качестве Лены. Любви моей первой. Детской, самой искренней. Пойдем, моряк. Плюс 6. Никто, ну, кроме ближайших родственников, не знает, что я здесь нахожусь. Любча, Гродненская область. К нам в этом году приезжала наследница. Ну, рассказывал все про тих Набоков, какие тут были. Я не ж там, не знаю, я не тие Набокови, что один писатель не взял Россию, мусить. Там Франции, в Англии, где они были, композитор. Ну, музыку их не играли. Замок был построен в конце 16 века, вот как раз на берегу речки. Имел 4 башни. Но казаки великого гетмана Богдана Хмельницкого 2 башни разбурили, а 2 осталось. А какие грибы здесь растут? А? Какие грибы здесь растут? Это опенки. Опенки? Ну. В советские времена во дворце была школа. Надпись сверху «СШ» – средняя школа. Так это не государство реставрирует? Нет. Простые люди? Да, да. Вот ее... собирают пожертвования. Сейчас замок восстанавливают волонтеры, а вовсе не государство. А тут живут люди. Даже у них маленький такой замчик. Ура! Победа! Кто из них на меня похож? Визуально или характерно? Характерно. На кого ты похожа? На папу. Уверена? Мама так говорит. Малыши, мы уже уходим. Берите бабулю за руку, пойдем. Папулю. Папулю и папулю тоже. Мам, а Аня похожа на меня? Ну, в меньшей степени. А Настя? На все похоже. Внешне и характерно. Сейчас заметила, что причем помню, наверное, уже не обратила. Уже не беспокоюсь. Ну, ты что-то понял. Может быть, мне кажется, удовлетворился своей, ну, своим местом жизни. Так ты все мучился, дергался там что-то. А сейчас как-то ты смотришь спокойно и более... разумно.
Скажем, а я сильно поменялся за последний год? Говорят про некий кризис. Я думаю, все нормально, Слава. Нет кризиса. Все хорошо. Кревский замок. Начало 14 века. Здесь была подписана так называемая Кревская уния, когда литовский король Егайло, тот самый Егайло, который женился на Софье Кольшанской в Новогрудском замке. Он объединил под одной короной под своей Литву и Польшу. По-моему, это образец безбашенного зодчества. Строили дворцы без башен по углам. Вот это вот линия консервации. Но с тех пор, как его законсервировали, прошло, видимо, тоже не одно столетие. Узнаваемый камень у этой сельхозпостройки. Гольшан. Отсюда была родом Софья, которая вышла замуж за Егайло в Новогрудке и стала основательницей рода Ягеллонов, родила наследника. Дворец в Ружанах называется белорусским Версалем знатоками. Заложен в 16 веке канцлером Великого княжества Литовского Львом Сапегой. Короли из этой резиденции не вылезали или куролесили. Когда-то в подвалах дворца хранилась казна Великого княжества Литовского. Да, путешествие в обратно я бы запретил. Я прошу тебя, как двоюродного брата, душу не мути. Это для очень узких машин придуманная специально такая. Две полосы, чтобы не нарушали. Двойная сплошная. Ой, Славка. Его раздоходили здесь. Жаль. Это твой? Да, это. С 1900? 78. Ты помнишь, что будешь перелет? Да, помню. Я помню, как Высоцкий умер в 80-м. Я плакал. А я помню, как Олимпиада началась, и не подарили хлебничка. Холодильничек не помещается в квартиру. Смотри, вот телефон стоит общий на подъезд. Полочка для телефона, да? А курят местные, точнее современные обитатели трущоб, не такие плохие сигареты. Раньше в трущобах курили, не знаю, бахор. В лучшем случае, да. Дубовый лист. Тут вполне так у них цивилизованно, можно отдохнуть на кресле, не просто стоя где-нибудь там. Ведь мы будем показывать это все нашим детям и внукам, и внуки и дети не поверят, что люди жили в таких условиях, и мы такие древние все это видели в натуральном виде. Я считал 40. Я думаю, что не 40, я намного больше. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Говорят, вас скоро должны выселять. Никто ничего не говорит. Никто ничего не говорит. Когда, что? А где дадут квартиры? А кто знает? Thank you.
Скажи, я за последнее время поменялся? Сейчас я имею в виду какие-то психологические изменения. Ты какой-то стал очень старый. Если бы я не был твоим любимым братом, который тебя знает всю жизнь, то... Пошли есть сырники. То, договаривай. Тебя бы никто не вытерпел бы, кроме меня. Современные руины, зона отчуждения после Чернобыльской катастрофы. Куда приехали? В школу. Не получился. Очень интересно посмеяться над старой больной одноклассницей. Любимая одноклассница. А у тебя были косички? Я не помню. Да, у меня была одна. Чего? Во сне. Ты была старостой, я вспомнил. Я не была старостой. Не была кем? Я была председателем совета дружины. Пошли. Самый главный пионер в школе, получается. Да. У меня брат, сестра, самый ближайший друг, актер в Москве. И жена. Четыре человека в моем окружении занимали эту должность. Еще и ты, Наташенька. Ну, это какое-то безумие. Спасибо. Заходи. Мне по голове стресну. Я зайду и тресну в ответ. Здравствуйте. Это Надежда Дмитриевна. Слушайте, я не знаю, как это мне поступить. Здесь вот пришел бывший ученик, кончил в 91-м году. Да, 20 лет назад. Приехал. И хочет пройтись по школе. Это что? Это... Я не знаю, цель посещения. Цель посещения? Не знаю, в гости. Можно в гости? В гости. А раздевалка здесь была, осталась, да, на месте? Раздевалка вот осталась? Нет, раздевалка. Вот была, внизу. Ага. Горячие обеды. Кушаете здесь горячие обеды? Да. Вкусные горячие обеды? Да. Дорогие? Нет. Выведут, пошли. Выведут, так выведут. Они не пойдут. Никуда не пойдем. Мы только... Запрещена. А мы же вот... В каком году школу заканчивали? Кто был классный руководитель? А, вот Сапожникова Ольга Григорьевна. Английский язык. Видишь, тебя со школы выгнали, даже сегодня не дали зайти. Не говоря уже, что... Ну, в целом, так, по большому счету, жизнь-то удалась? В целом, да. Двое замечательных детей. Замечательная работа, более-менее приличная семья. Все здоровы, слава богу. А все остальное, конечно. Дорога приграничная полосе, она какая-то очень уже убитая. Вам, кстати, там у меня стоп-контроль. Да, мам, привет. А я на границе сейчас как раз. Да, конечно, нелегально. Вот сейчас лежу под колючей проволокой, да, шарит прожектора по небу и пулеметные очереди. Слышишь? В Киеве, видимо, окажусь, я тогда куплю местную киевскую карточку. И тогда тебе сообщу, что смс-ки сброшусь тогда. А я не знаю пока. Недельку, наверное. Могу? Да. Следовать. Это прекрасно. Обычно ждешь от границы всегда подвохов. Все. Прощай, радость, жизнь моя, знать уеду без тебя. Знать один должен остаться.
скорость даже не показывает. То есть ноль и там вот ноль вообще скорости. А все потому что вот такое вот чудо едет. Замуж. Придумал, тут у тебя же семья и дети. Ну, они тоже будут счастливо жить. Так и мне же семья и дети. У тебя, ну давай как-нибудь тогда устроим, чтобы всем было хорошо в итоге. Придумал ты. Ты вроде это вот сидел и думал. Я думаю, господи, что-то у бабки случилось. Случилось, что, а типа мало. Ну, да. Не, Славка, замуж не пойду. А если бы я немножко раньше это сказал, допустим, лет... Угу. Кто же его знает, как бы там жить не было. Пятнадцать метров. А какой должен быть тормозной путь у машины там с... Там надо... Там включают, там уже эксперты решают. Мы. Ласточка стоит в городе Броды, в районном центре Львовской области. Это я ночевал в чудесном отеле. Сейчас в преддверии суда, где будут решаться, кто же из нас двоих больше виноват. По кону звонит колокол. Суд, который либо признает, либо не признает меня виновным в ДТП. Почему мы здесь оказались? Мне захотелось, начиная с этого года, 40-летие, отмечать свой день рождения в первую субботу июня. Потому что летом день рождения отмечать интереснее. Все уже свободны от школ, от садиков, тепло. И хорошо бы каждый раз в каком-нибудь новом интересном месте. В тесном кругу семьи в первую субботу июня 2014 года день рождения, а юбилей. Ура! За папу! День рождения папы, 40 лет! Ура! Какой молодец! Понятно, почему так долго. А между прочим, есть такая тема. Продаются в Белоруссии заброшенные замки, дворцы. Можно их купить, но с тем условием, что ты их должен восстанавливать. То есть мы можем купить за небольшое количество денег себе замок Радзивиллов. Его восстановить, и будет наше фамильное гнездо. Я предлагаю, чтобы Настя училась на архитектора, Соня на реставратора, а Аня на бухгалтера. Как они здесь залезали? Это же невозможно. Белые штаны. Где были белые штаны, там их уж нет. И принцесса. И принц. А вот будущее фамильное владение. Тот ответ, который я надеялся найти на дне этого моря, я пока не нашел. Ну, либо он как-то потом сформируется, когда я поеду обратно и приеду опять туда, откуда уезжал.
Могу только сказать, что морю до всех моих сомнений совершенно нет никакого дела, это видно. И поэтому мне так кажется, что бы я не придумал себе, не сделал, все будет как-то вот так одинаково приемлемо. Машину помыл перед дальней дорогой. Сейчас сам в баньку схожу. Вот там. Готова банька, дядя Лёнь? Да. Слушай, он нам помогает поможет. Вот всё. Положить там олейки до соли. Угу. Вот тебе будет салат хороший. На салат. Завезёшь. Пригодятся. Попробуй. Это закарпатская. Угу. Мировая вода. Угу. Сейчас попробую. Это я тебе вместо особи выпью. Карпу. Это мне как дорогому гостю. Баньку топят. Перед дальней дорогой надо привести себя в порядок. Кто знает, насколько дальняя это будет дорога. Еще раз два. Подвасил тетку. Только не толкай, не толкай. Головочку немножко повернем. Она выравнивается, готовится к полету. Давай, щелкай. Угу. Аня двигает. Соня тут же фоткает. Что это была за музыка? Ждуманная музыка. Для чего? Для мультика. Здравствуй, привет. Я принц. Я принцесса. Пойдем погуляем. Пойдем. Ой, кто это? Ой, кто это? Пошел прочь, грязное животное. Не бойся, я спасу тебя. Молодые заботы, да? Соня в школу идет. А нам 40 лет. А семье нашей уже тоже много. А детки только в школу идут. Интересно. Мы так все растянули себе, да? Уже могли бы почти внуков нянчить.